Сегодня ночью снова не спала. Лежу, читаю сводки в Телеграме. Молюсь, чтобы закончилась война. И чтобы опять достать лекарство маме. Порою кажется, что нету больше сил. Но знаю, не имею прав сдаваться. Я утром встану, губу закусив, и снова делать буду все стараться. Надеялась, что быстро все пройдет, но затянулось слишком все надолго. Одни проблемы. Очень тяжело. Спасибо, снова руку протянула Ольга. Пусть снова мир вернется в города. Пускай смеются и играют дети. Пусть больше ни за что, нигде и никогда в войне не будет места на планете.